Всем привет, с вами Fusion Technology. Будем пробовать данную пленку S01HC1095B с таким необычным рисунком. Мы уже определили липкую сторону и сейчас будем ее тестировать. Температура 20. 6,5 градусов. Липкой стороной вниз. Пленка довольно-таки тонкая, желатиновая основа у нее очень тонкая, поэтому выдержка достаточно одной минуты. Активатор нанесли и печатаем. Видим то, что рисунок не сыпется, пигментации краски нету, четкий ровный рисунок. Результат отличный, на мой взгляд. Выдержка 1 минута для этой пленки в самый раз.